сейчас буду ехать в магазин делать возврат. Возвращать кофту. Сейчас покажу, какую. Купила кофту в Заре. Это лимитированный выпуск был Zara Everlast. Очень хотела эту кофту, но она оказалась очень большая. Я сейчас ее померила. Очень широкий рукав. Она, конечно, оверсайз, я об этом знала. Но что-то я думала, что она будет лучше. Очень классного качества. Она вот такая вот на тоненьком флизе. Как раз то, что мне нужно вот сейчас. Я думала сейчас ее носить. Но, увы, она очень широкая. Размер это мой, эмочка. Поэтому сейчас снова буду ехать в Зару, буду делать возврат. Я ни разу еще не делала возврат в Канаде, но говорят, что здесь все без проблем. Сделала я возврат в магазине. Сейчас захожу в детский отдел, хочу посмотреть детские вещички. Такое все яркое, такое все красивое. Люблю я Зару, мне нравится Зара. Хороший выбор. Особенно здесь, в Канаде, мне очень нравится выбор вещей. И вот видите, как много вещичек, которые полностью натуральные. И это классно. И вот это вот тоже. Вещи полностью натуральные. Катончик. Это на лето и не жарко. И качественно. Классная футболочка, мне понравилась, 16,90 такая. Очень много на лето ярких вещичек. О, это отдел на мальчика, сейчас посмотрим. Хорошие футболочки, такие плотные. Это просто плотный трикотаж. $30 такая футболочка. Сейчас снова брюки с карманами вот такие. В моде и мужские, и женские. И смотрю, в детском отделе тоже много этих брючек. С карманами, с большими по бокам. И шлепанцы уже появились. Кстати, хорошие шлепанцы. $56. И это натуральный замш. Классный. И стелька анатомическая. То, что я люблю. Под подъем ножки. Как раз по форме ноги. Кстати, очень удобные шлепанцы. Это в отделе для мальчиков. Рубашки на лето беленькие. Это совсем для маленьких. Манюсенькие. Ну, такие классные вещи. Все подобрано по цвету. Футболочка, штанишки. Футболочка с кактусами. Здесь с пальмочками. Кто любит деток одевать стильно, можно зайти в Зару и сразу все взять. Даже очки подобраны под костюмчик. Кофточки все натуральное, что мне нравится. Это вот такая тринить. Она очень приятная, когда еще не жарко, но уже тепло. Ну, в детском отделе своя касса, я не видела. Я думала, только одна касса. Здесь, конечно, большой магазин. Огромный. Здесь на девочек все яркое, все красивое. Шортики классные Зара с Микки Маусом. $22. Ну, вот какие костюмчики. Симпатичные на девочку. Тоже натуральные ткани. Почему мы любим H&M и Zara? Потому что здесь большинство тканей натуральные. Видите, все футболочки катуновые. По $12 на девочек. С крабиками.
Я бы своему такую взяла, но только маленькие такие яркие. На 13 лет не вижу таких ярких футболок. Более приглушенного цвета на взрослых мальчишек. Ну вот классная футболочка. Надо посмотреть ее. Ну, здесь совсем другая цена. Здесь $26. Вот то, что классное, оно, конечно, идет подороже. Но хорошая. И обувь хорошая. На мальчишек. Босоножечки такие. $50. Не тяжелые, будут классные, легкие. Уже все к весне, уже теплых вещей практически нет. Сарафаны, футболки, все летнее. Вот такие сарафанчики Zara на девочек. $36. Ну вот такой вот обувь я не люблю на девочек. Это и неудобно, и это, ну, чисто на праздник. Такие красивые вещи. $16. Это натуральная вышивка. Кстати, я думала, это наклейка, это вышивка. И вот симпатичные футболочки с вышивкой. Здесь музыка играет, конечно, громче, чем я. Перекрикивает меня. Не знаю, с озвучкой поставлю или без. Этот магазин. Это уже мы переходим в женский отдел. Сейчас пройдемся, посмотрим, что здесь интересного. Вот платьишки. $66. Ткань тоненькая, но у нас подкладка идет. Маечки эти уже были, я их видела. А вот футболки симпатичные. Кстати, футболка классная. Мне нравятся такие футболки. У них много таких вариантов с аппликацией всегда было. $30 за футболочку. Есть длинный сарафан. Это брючки. И снова с аппликацией футболочка. Симпатичная. У меня есть такая футболка. Сейчас зайдем посмотрим обувь в Заре женскую.
Я зашла в парфюмерно-косметический магазин сейчас. Просматриваю, какие новиночки есть. У меня вот эта сыворотка. Очень классная. Просто обалденная. Но я на ночь ее использую, эти капсулки. Вот такие вот бежевые, по-моему, у меня, да. Есть розовая еще. И такого серенького цвета. Элизабет Арден. Вообще косметика Элизабет Арден очень хорошая. Ночной крем у меня был закончился. Я тоже им очень довольна. Хотя последнее время я мало чем довольна. Но Элизабет Арден мне понравилась. Сейчас жду консультанта. Хочу с ней что-нибудь посмотреть, обсудить. Здесь девочка работает наша, украиномовная, русскоговорящая. Поэтому с ней можно обсудить все вопросы на доступном для нас языке. Не стараться объясниться, не пытаться, чтобы тебя точно правильно поняли. Вот Шисейда, здесь большой выбор крема, тоже хорошая. У меня для глаз Шисейда есть сейчас, по-моему, такой бежевый, такой у меня маленькая баночка. Тоже очень довольна, крем для глаз классный. Здесь я ничего не пробовала, не знаю. Лакост, кепочки, худи. Сколько такая кепочка сейчас? Лакост, интересно мне. Бренд всегда дорогой во всех странах. Кепочка $80. Вот вторая. Футболка $125. Бренд хороший, но он везде во всех странах дорогой. Ну, качество, соответственно, хорошее. Вот снова сидячий манекен. Это поло Ralph Lauren. Сейчас на все теплое 30% скидка. И тоже офигенное качество. Кофточка такая вот, $228. Была. А со скидкой 160. Ну, нормально. Шапочки, зимние комплекты. Сейчас уже все со скидкой 30%. Это же кепка неплохая. $45. Футболочка 68. А это сумочка, которую я получила сегодня в подарок в косметическом магазине. Это бонус, такой бьюти бонус за покупку товаров на 100 и больше долларов. И вот при покупке получается такой набор. Я посмотрела, здесь очень классные пробники, все в мини-версии. Но здесь и крема, и сыворотки, и крем для лица. И вот такая вот сыворотка Элизабет Арден, которая у меня есть в полноценной банке. Хорошая сумочка яркая, типа пляжной. И отличный набор пробников, я бы сказала. Сегодня раздавали всем при покупке в этом магазине. Это Shoppers Drug Mart. А в Канаде уже потеплело, похоже, пришла наконец-то весна и начался сезон кроксов с носками. Весь город сейчас ходит в кроксах с носками.